Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки из Галамарт. Сегодня необычные покупочки, потому что я купила все дешевое 19, 29 и 39 рублей. Распродажа. Цены, которые даже не были в фикс прайсе. Представляете? В фикс прайсе от 50 начиналось. Не, когда-то от 5 рублей начиналось, но сейчас меньше 50 рублей, там ничего толкового не найдешь. В общем, я пошла в Галамарт, увидела эту распродажу, и как набрала всего. Вот представьте, я взяла на 500 рублей, на 550 рублей целый пакетик всяких приколюшек, полезных, интересных. В общем, давайте сейчас все вам покажу, посмотрим, обсудим, попробуем. Цены буду либо говорить, либо писать где-то здесь, потому что не все я запомнила. Я взяла, смотрите, это как раз-таки, когда только заходишь, там такая распродажа. Я решила попробовать вот такие маленькие, порой не хватает. Это такие губки, ну, все мы знаем, да? И более крупные. Губки всегда нужны, губки всегда важны. Маленькие, большие. В общем, за копейки решила взять. И уже маленькая радость. Вот эти губки стоили всего 9 рублей. А вот эти 29. Мне кажется, это вообще супер-мега цена. Я изначально хотела маленькие прям купить, чтобы они аккуратненько лежали, да? Ну, а крупные, это что-то, если крупное, в ванне помыть, например, да? Здесь больше для посуды, а здесь больше для ванны. Я взяла и те, и другие. Цена 9, 29. Вообще мелочь. Мешки для мусора, которые я всегда беру. Желтенький, это ванильный. И вот такой лаванда. Очень вкусно пахнет. Сразу на кухне какой-то аромат. Тоже они стоили совсем недорого. Здесь напишу. Один на 20 литров, другой на 30 литров. Ах, красота. Вот такие вот мешочки. Помимо того, что там была распродажа, очень много чего можно было найти с очень большой скидкой. Помимо этого, еще на кассе, если вы от 300 рублей что-то покупаете, вы еще могли выбрать товары специальные по 5-10 рублей. Представляете? И я это взяла. Я взяла за 5 рублей, по-моему, такой защитный крем от комаров. От комаров, мокрецов, 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 как правильно, не знаю, первый раз такое. Мокрица знаю, мокрецов. Ладно, и москитов. Крем для детей от 1,5 лет. Надо попробовать, потому что на один крем, не помню какой фирмы, у нас была жесткая аллергия, хотя его нельзя было прямиком наносить на тело, но я нанесла, не прочитала это. Ну ладно, покраснения у нас были такие. Я решила взять такой еще крем попробовать. И вот такая вот еще собака, игрушка надувная. Это белая пятнистая. Ну просто, знаете, играться или в водичке, прикольно. Все, надуло. Голова закружилась. Что классно, что здесь такой специальный клапан, что она сразу не сдувается, не нужно сразу, знаете, там затыкать дырку. Смотрите, вот такая собачка. Ой, какая милая. Я думаю, Деньке понравится, но он может с ней в ванне тусоваться. Да? Ап-ап. 5 рублей. Всего за 5 рублей. И крем 5 рублей. И вот это 5 рублей. Также давно показывала вам еще скакалочку, и я все-таки решила ее взять, потому что она очень красивая. Посмотрите, какого она цвета, да, красивая, симпатичная, очень легкая. Вот такие вот пластмассовенькие. Надо будет попрыгать, попробовать, как. Давно не прыгала. При росте у блондинки 173. Эта скакалка очень маленькая. Это правда. Странно, непонятно. Наверное, это для твоей племяшки. Да. Она умеет прыгать уже. Это. Сантиметр, 39 рублей. На самом деле он мне понравился, потому что там девочка играла. Маленькая девочка стояла, и она такая, что-то раз. И она прям играет, и ей мама говорит, да хватит уже, сломаешь. И там был один синенький, она как раз им и играла. И я такая подхожу. Смотрю, вот она, смотрите, такая вот маленькая, да, вот еще малюсенькая. Мы здесь тянем, здесь у нас сантиметрики, с одной стороны там крупные, с другой стороны мелкие, не знаю, сантиметры, дециметры, что там. А здесь у нас такая кнопочка, и оно раз, и заходит обратно. Я подумала, что это даже прикольно играться. Девочке прям нравилось играться, и она говорит, а мне нравится, я думаю, да даже Деньке играться. А вообще рулетка у меня одна, и она побольше и потяжелее, я решила взять. Надо было еще, на самом деле, еще одну взять, чтобы Денька игрался, а одну себе на всякий случай, чтобы было. 39 рублей всего. Также купила вот такие вот два блока для записей с клеевым, вот тут вот одной стороной клеевой.
взяла голубенькие, зелененькие. Люблю что-то светлое, там белых не было, ну вот такие прям голубой-зеленые, я люблю цвета. Мне все время нужно что-то записать, что-то не забыть, и я клею это, знаете, внизу компьютера своего, вот так вот внизу клею, что я должна не забыть. И еще они у меня очень быстро заканчиваются, потому что они нравятся Деньке. Он реально любит вот так сесть, их что-то отлепляет, потом он их может разложить, потом он их может помять, потом раскидать, вот так вот. И я взяла их вот так, ну пусть играется, если нужно будет, еще возьму. Иногда детям вообще на самом деле нравятся такие мелочи, такие вот, ну, вещи, которые реально стоят копейки. И нравятся они больше, чем игрушки специально для детей, которые стоят баснословных денег. Поэтому я взяла ему, пусть играется, мне не жалко, я еще куплю. Стоят они по 25 рублей всего. По 100 листиков, здесь 100 и здесь 100. Еще купила вот такую вот губочку, маленькую, для удаления пятен, розовая, меламин. Ну, она, как вы знаете, убирает там все поверхности, можно и сковородку почистить, и какие-то застарелые пятна. Стирает детские рисунки, следы от карандашей и маркеров, чернила, пятна, разводы с пола, стен, стекол. Зеркал, дверей, различных предметов интерьера, бытовой техники, удаляет грязь, известь, мыльные разводы в ванной и бережно чистит любые поверхности. Мне кто-то даже советовал ей чистить подошву для кроссовок, а у меня в основном у всех белая подошва на кроссовках. Короче, вот такая вот губка, с ней не нужно никаких средств, я думаю, многие знают. Стоит эта губка всего 9 рублей, вот. И можно вот так одну взять, она розовенькая, приятненькая, ее просто намочить и прям вот по местам, где загрязнение. И потом просто помыть, она стирается как ластик. Еще взяла для обуви House Lux, подходит для любых изделий из гладкой кожи. Ну, тут пропитано воском немного, такие салфетки специально для обуви. На самом деле это очень удобно, например, дома у нас лежит что-то, да, пропитанное, а если мы где-то в дороге, губку с собой не носим, я либо вот такую маленькую губку покупаю, где у меня в машине она валяется, либо вот такие салфетки можно и протирать свою обувь очень быстро. Стоят такие салфетки всего 39 рублей, и здесь у нас 15 штук. Ну, такая красота. Ой, смотрите, какая вещь еще. Это вешалки для шарфов. Я увидела сначала, думаю, ой, что это за цветочек? А реально, ведь это очень удобно, очень компактно. В каждую засунул вот так вот. Да, у меня как раз столько и будет, 1, 2, 3, 4, 5, 6 шарфов можно повесить. И все, и на вешалочку. Во-первых, она розовенькая, симпатичная. И стоит всего лишь навсего 45 рублей. Ну, такая красота. Еще я себе поменяла вонючку. Кто смотрит меня, не поменяла, еще не поменяла, но купила уже. Кто смотрит меня в сторис в инстаграме, здесь мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Я вам показывала, что у меня висит такая на машине вонючка доллар. Там же я покупала в Галамарте. А сейчас вот увидела евро. Я так и сказала, что на евро поменяю. Увидела евро, 500 евро. Одна из крупных самых купюр. И это как бы визуализация денег. Как бы, знаете, окружаешь себя всякими такими деньгами денежными, сувенирами. И вот такая евро будет у меня теперь вонять. Ой, вкусно пахнет. Кстати, у этой запах ванили, а у той запах, у доллара, запах новой машины. Вот такая красота. И вот так висит на резиночке. Стоит всего лишь 21 рубль. Дальше, очень интересные приобретения. Это вот такое хозяйственное жидкое мыло. Как видите, у меня все такое для хозяйства, да, в этот раз. Ну, для Денечки немножечко. Хозяйственное жидкое мыло совсем накануне, я думала. Когда я покупаю вещи с секонд-хенда, как вы знаете, эти вещи все обрабатывают, какой-то там по ГОСТу, хлор, что-то там такое, и у них у всех есть специфический запах. Я как-то спросила, как можно убрать этот запах, кстати, чтобы вы знали, хозяйственное мыло. Полоскаете или стираете в хозяйственном мыле, и потом еще сверху полоскаете в каком-то вкусно пахнущем кондиционере. И запаха, и следа нет. А раньше, блин, один, второй, думаю, да как избавиться от этого запаха? И я подумала, я беру, допустим, тазик, да, хозяйственное мыло, просто кусок, да, там вот болтаю. В принципе, нормально все оно разбалтывается, но я подумала, как хорошо было бы иметь жидкое мыло хозяйственное. И вот увидела хозяйственное жидкое мыло, вот такое. Конечно, оно не пахнет, как хозяйственное мыло. У него более приятный цветочный аромат. Стоит оно 39 рублей, но оно подходит, эффективное средство для комплексной уборки. То есть оно подходит для всего. Здесь написано, все, что хозяйственное мыло делает, то и это делает. Ну, будем тестить.
Вот за 39 рублей купила, в принципе, рада. Будем пробовать. Запах приятный. Еще взяла вот такую миленькую штучку розовенькую. Смотрите, какая она. Это для мыла. Мыльница на присосках, силиконовая. Стоит всего лишь 19 рублей, смотрите. С одной стороны присосочки и с другой стороны присосочки. Вот такое яблочко. То есть мы присасываем его, оно никуда не денется. И на эти же присосочки очень хорошо будет высыхать здесь. Мы кладем наше мыло. У меня есть алюминиевое мыло. Вот либо алюминиевое сюда можно ложить, либо обычное, то же самое хозяйственное мыло. В общем, мне кажется, это прикольно. За 19 рублей такая розовенькая милота. Ну вот так вот симпатично. Ой, оно тоже присасывается. Прикольно. Слышите? Надо было еще одно такое взять. Вот это вот железное мыло, оно может оставлять следы, и очень хорошо, чтобы оно где-то лежало. По-моему, идеально. И не будет скатываться и падать мыло, о, шикарно. Самая дорогая покупка – это ароматизатор мембранный. Вот такая розовая вещь мне понравилась, 65 рублей стоит. И 45 дней свежести. Это можно использовать просто, вытащить, либо баблгам. Запах bubblegum можно использовать самостоятельно, а также как сменный блок. Вот мне интересно, как можно использовать это самостоятельно. Открываем. Вот такая розовенькая штучка. Вот. И тут получается, что мы открываем. Тут открываем. Опа. Ой, как вкусно пахнет. Ну и получается все. Подожди. Так все. Открываем, она уже пахнет. Что тут написано? Удалите защитную фольгу с мембраны. Удалили. Для самостоятельного использования вставьте мембрану обратно в упаковку. И отогните ножки. Какие ножки? Возможно, не нужно было вот это вот до конца... Обратно вставьте в упаковку, отогните ножки. Я не понимаю, честно говоря, что за ножки тут отогнуть. Ну, в общем, вот так пусть лежит, и все, я думаю, ничего страшного. Если вы знаете, какие ножки отогнуть, вот она упаковка. Какие ножки отогнуть? Подскажите, напишите в комментариях. Но пахнет очень вкусно, просто будет лежать. Ну и еще для Денечки я взяла за 49 рублей вот такая вот аппликация, которая из... Вот это вот наклеечки все, а там у нас вот такой вот зайка и еще что-то, по-моему. И просто сидеть и клеить эти маленькие наклеечки, и из цветных наклеечек получится у нас картина, как нарисована вот здесь. Видите, зайчик? Свет выключили. Ё-моё! А как мы будем снимать? Ко мне Лена приехала. И свет выключили, ну вообще жесть. Так, давайте я вам покажу, закончу уже, пока она поднимается на лифте. Так, здесь в упаковке за 49 рублей у нас две вот такие вот аппликации, да? Видите, они тут у них кружочки, звездочки. А здесь вот такие вот две наклейки. То есть, и в принципе... Лена пришла, выключили свет, она в лифте застряла. Ну, в общем, я еще не сказала вот о такой гуаши, которую я купила. 39 рублей. Они такие маленькие, я подумала, ну, пусть будут тоже Деньки играться. Короче, вот такие вот. Маленькие, такие оперные театры. Маленькие вот такие гуашки. 39 рублей, пусть будет. Ребенок растет, что-то у него все время надо делать. И все время... В общем, пригодится. Либо подарить кому-нибудь, либо себе оставить. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Мы будем снимать с Леной следующее видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите комментарии, ваши советы, что вам понравилось. Идите в Галамарт, там действительно очень большая распродажа. Сейчас очень много классненьких вот таких мелких вещичек. За такие маленькие денежки, как вы видели, 9, 19, 29, 39 рублей. Цены ниже фикс прайса. Вот это одобрялось. Молодцы, спасибо. Все, я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!